Проводят работы, уничтожая все вокруг. Мусор складывают в ямы и закапывают. Такое сообщение написали жители Тополинки в группе во ВКонтакте. В лес с собаками погулять не сможем ходить. Запахи неприятные, все перекопано. При этом в тех же соцсетях пользователи жаловались на то, что активность происходит исключительно ночью. На кадрах, снятых очевидцами, около 10 часов вечера спецтехника еще на боевом посту. Однако рабочие уверяют, свою деятельность прекращают намного раньше. Интересно, что опрошенные на месте жители их слова подтверждают. Беспокоит? Да нет. Там, в принципе, я переживала, что пройти невозможно, но проход оставили. Деревья не ломают? Ну, я тоже не видела, я их впервые здесь вижу. Как выяснилось, представители Южуралводоканала тянут через лесопосадки подземный водовод. В администрации города пояснили, работы ведутся санкционированно. А после их завершения благоустройство будет восстановлено. Мы обязательно после себя все приямки мы восстановим. То есть восстановлен будет и чернозем, и газоны, и асфальты. То есть после нас у нас есть разрешение, есть ордер, есть там разрешение от администрации. У нас утвержден проект, то есть все будет после нас будет красиво. Также, по словам мастера участка, за время работ деревья не пострадали. Вообще ни одно. Вчера была проверка, мы вчера ходили по лесу, посмотрели, что ни одно дерево не тронуто. То есть были вопросы, но старый сушняк есть, старый сушняк, нового дерева ни одного не сломали. Мы как раз наоборот старались обойти каждое дерево, меняя трассу, чтобы обойти деревья. Мы не вандалы. Нарушать покой жителей будут недолго. Все работы обещают закончить 25 марта. Наталья Кудряшова, Илья Капелин, Урал-1.